Привет, друзья! С вами Сольфик. Петь чисто, учимся быстро. Четвертый класс, номер 397. Разбираем. Размер 6 восьмых. При ключе си бемоль. Тональность фа мажор. Настроимся в тональности. Первая нота до первой октавы. Споем ее и запомним. А теперь дирижируем пустые такты и слушаем, как звучит этот номер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Хочу обратить внимание на то, что номер начинается не с полного такта, а из-за такта. А теперь я предлагаю спеть этот номер вместе со мной. Итак, дирижируем пустые такты и поем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Замечательно! Для уверенности повторите этот номер еще несколько раз. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, делитесь ссылкой с друзьями, а также пишите в комментариях, сколько раз вам понадобилось спеть этот номер для того, чтобы выучить его уверенно. С вами был Сольфик. До новых встреч!